своем канале. Зовут меня Елена. Предлагаю вашему вниманию видео о том, как я участвую в совместном проекте в Инстаграм и вышиваю вот такую замечательную игрушку новогоднюю. Это новогодняя игрушка по авторской схеме Яны Горгальцевой. Эту игрушку уже вышила Оля. Олечка, привет тебе. Я в Инстаграм видела, но как-то не в курсе была, особо не читала условия. И Оля рассказала, игрушечка мне понравилась, я решила тоже вышить такого замечательного Санту. Сейчас я покажу в Инстаграм, ставлю картинку, как выглядит этот совместник. Я решила вышивать на пластиковой канве Дарис, по-моему, называется. 14 аккаунта канва, участвует 11 ниточек, нужен будет еще бисер, бисер я не купила, куплю позже, у меня рядышком, где я живу, не продается, надо ехать далеко в город. И организация будет очень простая, я вот органайзер Дубко, написала там номера, буду вешать ниточки, также буду их туда припарковывать, ну, думаю, сам такой небольшой и вышится достаточно быстро. Планируется по одной игрушке вышивать в месяц и должно быть 9 игрушек. На 14 конве размер работы должен быть 6,17 на 6,17 сантиметров. Или 34 на 34 крестика. Ну вот такая небольшая работа, такой очаровательный Санта. И в этом же видео я вам покажу законченную работу, то есть как дальше продвигается у меня проект. И все, я собираюсь складывать вот этот органайзер, который мне Оля дарила. Я его приспособлю для ниточек к этому проекту. Не прощаюсь с вами. И вот перед вами готовый Санта. Вышивала я 2 дня. Один день я вышила все крестики. И второй день я вышивала бэк и пришивала бисер. Бисер я купила, необходимый по ключу. Пресиоза бисер. Здесь используются 2 цвета, но в ключе для будущих работ есть еще красный, я его тоже купила. Но я считаю, что получился очень такой милый Санта. Я вот так вот вам поверну, посмотрите, вот как бисер играет. Ну, цвет у нас, к сожалению, сейчас не очень яркий. Ну вот, я довольна очень результатом. Такой веселый Санта или Дед Мороз, как его называют. Мне кажется, он больше как-то на Санту похож, не на нашего Деда Мороза. Наш Дед Мороз как-то более бородатый. А этот вот такая у него аккуратная бородка европейская. Поэтому мне кажется, что это Санта. Но в любом случае я в будущем сделаю пластиковую игрушку. Планирую на обратную сторону приклеить красный фетр, веревочку сделать. Мне очень нравится то, что они эти вот шарики такие на елочку получатся. Они небольшие, не громоздкие. У меня нездоровая елочка такая. Средних размеров и маленькая еще есть. Поэтому как раз на мою елочку эти игрушки будут. Очень довольна. Так хорошо, быстро, очень легко отшивалась. Хорошая съемка. Яна, спасибо огромное. Очень мне понравился процесс. Оставлю ссылочку на Инстаграм, где идет этот совместник. Поэтому, если будет желающий, присоединяйтесь к нам. Главное условие вышить первого Санту, чтобы получить следующую схему или Деда Мороза. Ну, как я, для меня это почему-то Санта. Ну, на этом все. Вам всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.